На ковре С встречаются Абакар Абазгаджи, Евросия, Дагестан и Азамат Нуриков, Белоруссия. Абакар Абазгаджиев, он в красном трико, борьбой занимается 10 лет в училище Олимпийского резерва под руководством Сагидахмеда Магомедова. Его соперник Азамат Нуриков, представляющий Белоруссию. У него первое место на чемпионате Белоруссии и первое место гран-при имени Александра Медведя. На ковре А борец в красном трико Джохар Джабаев представляет команду России, Чеченская Республика, город Грозный. Джохару 20 лет, 10 лет занимается борьбой, тренируется под руководством Ибрагимова. В синем трико борется Магомед Муслимов, представляет команду Азербайджана, Магомеду 21 год, живет в городе Баку, 10 лет занимается борьбой, тренируется под руководством Фирдовси Умудова. Победил Магомед Муслимов, Азербайджан. Завоевал бронзовую медаль межконтинентального кубка в весовой категории до 66 килограммов. Давай посмотрим на локацию, куда мы локацию.
На ковре С победил Азамат Нуриков, Беларусь. Азамат Нуриков from Belarus is the winner on match.